тех павильонов, которым предложено, значит, сейчас, а в какой срок, кстати, они должны освободить улицу Мира и прочее, они просто не в состоянии будут совершенно нигде больше начать новый бизнес. Они здесь ждут последнее, знаете, на последнем издыхании ждут, когда же эта сложная экономическая ситуация закончится. То есть, если в прошлом году предыдущая власть 80 павильонов снесла, в этом году это будет гораздо больше. Это и рабочие места, это и те же самые, пусть маленькие, деньги в бюджет города, которые вот 80 павильонов, я прикидывала, миллионов 5-6. В настоящий момент мы с вами горюем, что нет денег в бюджете города на покос травы муниципальных земель. Как бы о чем говорить, какие вот они и были, эти деньги на покос травы. А в этом году, вот согласно вашим прекрасным проектам, будет вообще, не знаю, кладбище, а не город. Это будет очень много потерянных рабочих мест, очень много денег потерянных, очень много предпринимателей, разорившихся. А предприниматель — это же семья. Это если наш президент говорит, что главный враг народа, вообще России, вернее, главный враг — это бедность населения, то мы что делаем? Мы помогаем этому врагу? Ну, возникает такой вопрос, как будто у вас цель убрать все павильоны в городе. Она так и получается.